Здравствуйте, дорогие форумчане! Спешу составить весенний отчет о зимовке своего питомничка. У нас в середине апреля уже стоит очень летнее тепло, но остатки снега кое-где еще видны. Особенно как раз последний снег сохранился именно на моем участке, потому что такое вот неудачное место было в свое время выбрано. Хотя летом оно помогает немножко удерживать повышенную влажность, но с весной, конечно, здесь происходит затяжка. Но некоторые интересные результаты можно уже обнаружить, почему и поспешил снять это видео. Не обессудьте за качество. Приходится оперировать одной рукой. Со мной приключилось небольшое недоразумение. Вот смотрите. Так перезимовал кипарис. Не могу точно сказать, жив он или мертв. Возможно, он выглядит зеленым, а на самом деле свежемороженым. Но сам факт, что он вообще вышел из-под снега, это достаточно интересно. Вот еще целая группа маленьких кипарисов. И тоже похоже, что они даже живы. Вот. Еще из интересностей. Вытаивающие из-под снега секвойдендроны. Тут могу поручиться, что они живы. Зеленые и выглядят вполне бодрыми. Даже если с ними что-то случится летом, то факт зимовки налицо. Вот это гнездо сам только что разрыл руками. И смотрите, какой результат. Вот это явно мертвое, склизлое создание. Это сосна Банкса, которую подарил мне Владимир Анатольевич. Собственно, что и требовалось доказать, что она не жрец. А вот это другая сосна Банк, ой, Бунге. И на вид выглядит совсем живой. Парадокс, но, блин, кажется, что она перезимовала. Но даже это меня не столько удивило, сколько последнее, что хочу вам предложить на сегодня. Вот в этой бутылке у меня зимовала араукария. И, внимание, фокус. По-моему, она перезимовала. Ну вот, на сегодня и все. Тут еще кругом снег, так что сюрпризы, возможно, нас еще ожидают. Спасибо за внимание. На всем прощаюсь.